Потребительская корзина в Сургуте подорожала почти на 5%. Департамент по экономической политике ведет еженедельный мониторинг цен на основные продукты питания. Так, с 3 октября почти на 5% подорожала молочная продукция, рыба, сыр и колбасы. Также небольшое увеличение цен можно наблюдать на куриное мясо, бананы и помидоры. Сейчас рост стоимости основных продуктов питания взяла на контроль окружная прокуратура. Тем не менее, в Департаменте по экономической политике сообщают, что для паники повода нет. Изменение цен происходит по общим тенденциям, которые являются ежегодными и абсолютно нормальными. На сегодняшний момент, если есть какие-то серьезные колебания, то они касаются каких-то сезонных моментов и ничем необычным не являются.